Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Кто успел, у того и места лучше. Завершилась продажа билетов путем жеребьевки на все матчи Кубка Конфедерации ФИФА. Хоккейный клуб «Лада» уступил в третьем матче подряд. Одна из сложнейших игр Суперлиги. Сибирским баскетболистам не удалось вновь обыграть самарцев. Сегодня завершилась продажа билетов путем жеребьевки на все матчи Кубка Конфедерации ФИФА. Это традиционный турнир, проводимый за год до чемпионата мира. Матчи пройдут в четырех российских городах – Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Для болельщиков продажа путем жеребьевки – это лучшая возможность приобрести билеты на самые популярные матчи. Дальше продавать их будут в порядке живой очереди. Тольяттинская «Лада» сыграла в Подольске против местного «Витязя». В первом периоде хоккеисты из Тольятти совершили лишь один бросок в створ ворот хозяев. Те, в свою очередь, нанесли 13 ударов. Во втором периоде неожиданно случилась драка, и это как будто разбудило команды. Сразу возросли скорости. Тогда же первый гол «Лады» забил Георгий Белоусов. Хозяева быстро сравняли счет, а в последние 10 минут матча «Витязь» забросил еще 3 безответные шайбы ворота «Лады». 4-1. Баскетболисты клуба «Самара» взяли реванш у сибирского «Иркута» за поражение в первом круге. Игра проходила напряженно. Три четверти заканчивались с незначительным разрывом в счете. Больше всего пришлось понервничать болельщикам самарского клуба в концовке. За 3 минуты до финального свистка «Иркут» повел в счете благодаря точным дальним броскам. Однако самарцы справились с волнением и вернули преимущество – 70-66. Это были все новости на сегодня, и помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.